Всем привет, меня зовут Максим, это канал GG Family. Продолжаем WWE 2019, карьера за рестлера, за Джона Симу. Итак, нам пора отправляться на уничтожение наших противников, Elimination Chips, и что там будет, я Да, мы будем биться за пояс чемпиона. Блин, это опять же, да, все против всех. Это жесть, блин. Не хочу. Но придется. Как бы деваться некуда. Не знаю, получится, не получится, с какой попытки. Ой-ой-ой. Еще и в клетке. Ох, мать твою. Самоа Джо. Самоанский толстячок. Окей. Fellas, I've been looking forward to this match for a while. Mostly because I'm outside the elimination chamber. Who is next? Ну, покажите. Миз. Грёбаный позёр. А, я понял, что это такое. Там же открываются эти клетки, точно. Это же вообще жесть. Там через какой-то промежуток времени открывается новая клетка и выходит новый боец. Точно. Я вспомнил, что это такое. Элайс? Пока Элайс. Брей Уайт. Всех понемножечку посмотрим, все-таки. Непростой поединок нам предстоит. What's it like being in the ring with this man? Psychologically baffling. Да-да-да, он псих. А вот и мы. And introducing the challenger from Moscow, Russia, weighing in at 185 pounds, the superstar. Джон Сима. Почему не говорят так? Ну почему они не могли какую-то... Блин, я не знаю. Блин, как программу придумать, которая озвучивает написанное, та же Siri, там, блин, это... У Яндекса, так кто там, что за девочка с нами разговаривает, не помню. Ну и, в общем, получается, что мы начинаем бой вместе с машиной для убийства, вместе с монстром. Блин, это жесть. The only thing more intimidating than the structure itself is filling it with. Брон Строман сейчас будет выходить. Зверь, как его называют. Блин, он здоровый вообще. Просто громадный. Брон Строман, чемпион. Блин, постараюсь сделать интересную серию, интересный бой. What an intimidating sight this chamber must be for all of these competitors. Окей. Okay.
Надо просто ударить? Охренеть. Это мы быстренько сделали. Это мы прям быстренько сделали. Не, а почему? Зачем тебе я? Возьми другого. Ау. Отстань. Так, давайте вы там как-нибудь между собой уже, пацаны. Ау. Вот, вот так вот, да. А ему похрену. Нет, не потому, нет, не потому. Как? Что с ним делать? Что с ним делать вообще? Блин, мне надо вставать, Рон Строман, отлично. Ну-ка. Уякс. Отлично. Брей Уайт? Нет, так не получается. Окей, я понял тебя. Тихо. Ау. Блин, ну хорошо, что здесь не сразу 6 человек. Да, что так? Не-не-не-не-нет. Тихо. Увернулся, отлично. Теперь надо просто победить, да? Да. Брей Уайт, что-нибудь сделаем. Тихо, Брончик, отвали. Блядь. Выходит через 10 секунд. Барри, ну помоги, ну... Долбани ему по башке, ну ты чё? А, тут ещё неизвестно, да, кто выйдет? Кто? Мисс. Поздно. Но победить может любой. Надо хоть кого удержать, без разницы. Успел, отлично. Давай что-нибудь сделаем. Покидаемся. Блин, не в ту сторону только. Ну ладно. Нормально. Брейвайт. Новый выходит. Брейвайт. Отлично. Брончик. Тихо, успокойся. Отлично. Брей Уайт. Давай. Блин, нет, не получилось. Черт. Уходим. Ладно, пусть пока они там. Мы немножко. Слишком много становится. Че, у Миза там. Блин, нет, у меня на самом деле самая херовая, да? Ну-ка. Давай. Отлично. Все. Нет. Нет. Ай, вот это обидно. Вот это очень обидно. Блин, опять не успел. Braun Strowman is a force within the ring. The challenger is taking on some offense. He's gonna have to find a way to fend off the champion. Да, что такое? Слишком много на экране происходит. Я просто не успеваю на себя посмотреть. Так. У Брончика не очень, у Брей Уайта, кстати, тоже не очень-то дела. Не-не, ну мисс, отстань. Не того. Давай, ублюдок. Вставай, ублюдок.
Отлично. Ладно, давайте сделаем на самуашке. Ну тут не получится, это по-любому. Раз, два, нет. Ну конечно же. Да подожди, ну мист, блядь. Я ненавижу, когда слишком много всего на экране. Да-да, иди обратно. Мне надо выбрать кого-нибудь. Брон. Нет. В смысле? А, нормас. Отлично. Мисс? Да почему? Блять. Все же ништяк было, но почему он не сработал? Почему он, блядь? Фух. У меня голова разбита. У меня разбита голова. Уходим. Нет. Фух. Нет. Поздно. Ух. Блин, там сейчас может произойти все на сцене. Отлично. Нет! Фак. А, нет, тут же... Да, один уходит. Точно. Тут до последнего. Отлично. У меня, считайте. Два. Нет. Мисс. Да почему какого хрена, блин? Не. Не те кнопки. Не те. Держись, Симочка. Фух, отлично. Сигнатура. Судья, считай. Давай. Можно сейчас. Раз. Два. Три. Отлично. Судья, уйди нахрен. Считай. Раз. Два. Три. Отлично. Самуа остался. Нет. Самуа, блядь. Отлично. Ну сделай что-нибудь. Фух. Вставай, Симочка. Все. Попробуем. Может получится. Охренеть, меня аж всего трясет. Бомба. Удержание. Раз. Два. Три. Да, отлично. Фух, с первого раза. Вот это было сложно. Это охренеть. Фу, у меня реально палец большой на левой руке трясется сейчас. Потому что если бы это заново надо было проходить, это была бы жесть. Это была бы жесть, реально. Фу. Не знаю, как так получилось. Buzz has overcome all odds, including everything Triple H could possibly throw at him, to become the new Universal Champion. Ну чё, съел Triple H?
That is one of the most impressive performances I have ever seen. Buzz has earned the right to be called the new monster among men. Not to sound trite, but this will be a moment that people are buzzing about for years to come. Oh, you're better than that, Cole. Охренеть. Вот это да, вот это бой. На следующей неделе. The new Universal Champion has arrived. And apparently he upgraded his ride. Who puts a giant Смотрите, меня нарисовали на этом. Hey, на автобусе. Охренеть, круто. Круто. Фоточка. Как-то так, ребятушки, как-то так. Мы прошли главу 12. Замечательно. Реально, блин, рука трясется. Так, сайд-матч можно устроить. Давайте быстренько устроим, потренируемся, подеремся немножко. Отличный автобус, чемпион. А, это мой чемпионский автобус. Охренеть, это чисто мой автобус. И поздравляю с победой, с выигрышем титула, как же это, Universe Title, как он переводится-то, я что-то даже это... Так. Это была невероятная победа. Спасибо. А ты просто ждал меня в автобусе или хотел со мной поговорить еще о чем-то? Ну, типа, ля-ля тропаля, типа, я подготовил для тебя, в принципе, если хочешь сегодня матч на Ро, если ты не против. Так. Прити Сор. Ну, Прити это милый. Хер знает, короче, типа, ну с кем же я сегодня встречусь? А, ну типа... Тебе сегодня можно подраться с Брон Строуманом, но не волнуйся, это будет бой не за титул, типа, а просто так. Типа, хочешь или не хочешь. Ну что, давайте надерем ему задницу еще раз. Один на один. Потому что, блин, он жесткий на самом деле, чувак. Помните, да, как меня начали вообще все мочить, блин, в начале матча? Я думал, реально, он будет переигрывать. Against Braun Strowman, who will reign supreme? Oh yeah. Ну ладно, выходки мы не будем смотреть уже, наверное. Я думаю, сегодня нам этого хватило. Ну давай, Брончик. Посмотрим, на что ты. Готов, гораздо, то есть. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Oh, Ну-ка. Man, this is going to be great. You know, even though the title is not on the line, this is still an important match for the champ. He can't afford to show any weakness here. Well, there's the moonsault. Nice. Куда пошел? Не-не-не-не-нет-нет. А хотя, нормас. Судья, уйди, пожалуйста. What an amazing display of athleticism.
Блин, мне, наверное, тоже было больно сейчас. Braun Strowman fans with some reason to worry about here. Jeez. He's going to want to make sure this doesn't snowball out of control. Well, he had to expect to take some punishment tonight. You don't step in the ring with this guy and walk away completely unscathed. Ну что, Брончик, ты уже не такой крутой, да? Oh my goodness! Jam your leg in a bad way. Ох, да, мне тоже прилетело немножко. Look at this. Stiff kick there. Ну, у него просто нет шансов, как говорится. He's got him now. Попал. 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 Так, давай-ка мы залезем. And he really got some hang time with that one. Ну куда, 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 куда полез? Что нет, нет, нет. Да-да-да. The damage has been done. What does Braun Strowman need to do now to remain a factor in this match? He doesn't want to let this match get out of control, guys. He's really starting to look fatigued here, guys, and when that happens, your whole body starts to give out on you. He's gonna need to be careful here. You know, I thought this match was going to be much more tightly contested. I guess that's not the case, though. Damn. Да не-не-не, не хочу я, не хочу, не хочу бежать. А, у меня даже уже добивание есть. Ну давайте, давайте, закончим, закончим с ним и закончим серию. Считай. А. Окей, помешали, помешали нам. Тогда пошли, пошли туда. Look out. I'm with Corey. Пошли туда и полетаем. On the horizon, and given how impactful that move has been as of late, I'd say there's almost no coming back Еще? From it. You're right, Michael. It seems like that Опа. Finisher has become Опачки. More and more Опачки. Impactful with each passing week. Ты очнулся, Броник? Impossible. Ха-ха. Упс. Не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это плохо. Вот это плохо. Ау. Look, the human body can only absorb so much of that. But can Strowman follow up here? Ау. This man means business. But can Strowman follow up here? Ау. Strowman has found a way to take charge of this match. Блин, сигнатура. Не-не-не-не-не, Броник, 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 отстань. Отлично. Strowman. Вроде. Нет. This is not going to be good at all. Ау. Блин, почему нельзя убежать? Фак, 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 фак. Успел. Отлично. Ну да, ну, ну. Отлично. И теперь добивание. Блин, я так и никогда и не сделаю свой супер удар. Супер панч, блин, или как его назвать там. Охренеть. Все, голова, голова пробита. Так, оттаскиваем немножко. You gotta think about using the finisher here pretty soon, I would think. Just pick up the win and move on. There's no need to keep this thing going longer than necessary. Хотя нет, хотя нет, хотя нет. Так, а как не сметь-то? Look at these two giving it their all. There's absolutely no quitting them tonight. Boom. Facebuster takes him down. Все, теперь точно. Ладно, заканчиваем, заканчиваем с ним. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. Считай. Going for the cover. И раз, и два, три. Yes, unreal performance. Я думаю. Тот титул, который мы у него забрали, он заслужен. Заслуженно у меня. Ха-ха-ха.
I can watch highlights of that one all night long. One of the great WWE matches I've ever been able to watch. Ну и как всегда, кто ваш победитель? This was a much needed win. Wow, I can't believe the amount of punishment that had to be inflicted in order for those shoulders to stay down for the three count. Guys, it sounds like we can all agree that was an extremely impressive win. В общем, ребят, давайте на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свои комментарии, делитесь видео, это очень поможет нашему развитию нашего канала. Ну и на этом все, увидимся совсем скоро в следующей серии. Всем пока, пока-пока.